Эй, летсплееры всего мира, всем привет, меня зовут Шет, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Туб Тайкун. Это обновленная версия, которая называется Beta 1.2.4. Да, вы писали, и вот я ее скачал и поставил. Слава богу, сейвы подхватились, так что, по идее, мы должны продолжить с того же места, где мы начали. А только аватарка нашего чувака изменилась, это теперь не тот полулысый чувак, это какой-то пацан с челкой и в очках. Че за смазливое чмо? Окей, ладно. Давайте посмотрим, что-то добавили. Я слышал, что, по крайней мере, вы писали в комментариях, что тут и стало сложнее. Не знаю, что и стало сложнее. Давайте посмотрим. Так, меня тут хейтнули. Ну, по крайней мере, все сейвы вроде бы остались прежними. Окей, супер-пупер. Так, что-то новенькое есть? Нет, и подарки от фанатов, велосипедики. Все, в принципе, то же самое. Вроде как никаких таких больших дополнений нету. Ну, в принципе, это 1, 2, 4, то есть третья цифра в версии игры, то есть там, скорее всего, просто какие-то мелкие исправления. Я не думаю, что там что-то изменили. Ну, прям капитально. Окей, ладно, давайте начнем с тегов. Я в прошлой серии записывал, короче, только летсплеи. Это было, ну, любопытно, но не так клево, как я думал. Вот, надо рубить бабло и рубить писонов. Так что давайте сейчас будем делать теги со всеми вообще. Просто, во-первых, тег... Нет, какая игра? Ты чё, чувак? Игры никому не нужны. Давайте daily vlog. Daily vlog about, не знаю, карасик. Эй, алло, карасик, я сказал. Карасик, будет влог у нас о карасиках. Я думаю, вы все любите влог о карасиках. А влог о карасиках, скажем так, любим... любят, наверное, чуть меньше, чем влоги про говно. Ну, можно будет это тоже затестить. Давайте посмотрим. 3 миллиона на теги. Я даже не могу уже удивляться тому, что теги собирают дохерища. И денег собрал 33 тысячи на одном только теге. На одном теге, мать вашу. Так, смотрим, карасик собрал больше ляма. Окей, меня лайкнул какой-то чувак. Ой, бловлик, иди сосируй кому-нибудь там, я не знаю. Так, обычный влог, давайте про ютубчик. И можно, ну, на остаточное можно, короче, не знаю, игрушки записать. Так, у нас Hearthstone и какой-нибудь еще будут. Так, Portals. И Payday запишем. А, нет, понятно. 3 ролика максимально могу записывать одновременно. Все это осталось прежним. Окей. Так, ну и чё? Ну и чего дальше? Так. Пошло добро. И летсплейчики собирают, ну, так себе. Даже лямчик не соберут. Даже пол ляма не собрали. И влог про непредсказуемый YouTube собрал тоже пол ляма. Ну, YouTube такой непредсказуемый, что это было непредсказуемо. Ну и давайте Paydayчик. Payday. Людям нравится Payday, они должны его смотреть. Да, я думаю, что они будут его смотреть. Давайте сейчас... Ну, так, херово, они его смотрят, ладно. Давайте сейчас посмотрим, сколько я заработал за этот день. Я ставлю, что в районе где-то, наверное, 60 баксов. 60 тысяч баксов. Сейчас узнаем, давайте. Конец дня! 98-й день закончился, и мы заработали почти 70 тысяч долларов. Ништяк, ребят. Вот я говорил, что почти 70, ну, больше 70. Так, и у нас апнулся уровень. Ништячок. Мы можем себе что-нибудь приобрести. Я там хотел приобрести, по-моему, вот эту вот лабуду, онлайновые игры. Кооп игры. Ага, онлайновые, кооп. А, и два раза более быструю публикацию. Блин, даже не знаю, что запустить. Давайте пойдем по баблу. Я хочу набрать, короче, давайте вот цель моего этого летсплея набрать 10 миллионов. Вот мы поэтому сейчас прокачаем вот эту вот рефералочки. И будем рубить баблище просто тоннами, ребятки. Тоннами будем рубить бабло. Так, сейчас давайте протестим дальше. Нам нужен тег. У нас вот этих тегов за прошлое видео нам прислали просто до хрена. Мы можем их записывать постоянно. Мы постоянно можем записывать теги. Каждый день нам будет что-то новое. Вот новый тег мне предложили записать. Фриксон. Хер, да. Покраска волос. Чего? Ладно, окей. Этот тег соберет. Ну, я не знаю. Давай за 4 ляма выйдет. Нет, за 3 ляма такой. Дай бог. Да, за 3 ляма вышел. Окей. Ну, 3700 на теге. Ой, 3.16 на теге. Это шикарно. А вот теперь, ребятки, давайте проверим, что нравится ли вам больше, карасик или говно. Там на карасике, по-моему, было 1,5 миллиона, я не помню. Давайте теперь вот так. Говно! Ну, тег про говно должен быть смешным. Давайте проверим. Такс. И заодно давайте так сразу basic vlog. Про огромный Facebook, плевать. Закончим Payday. Да. И дальше будем продолжать. Смотреть уже, что у нас там будет. Как у нас будет по просмотрам все. Так, ну чё. Про огромный Facebook влог соберет. Ну так, лямчик с трудом. Окей. Про говно. Ну-ка. Вот это интересно. Так, говно соберет больше или меньше, чем карасик? Ну-ка, давай. Я не знаю, даже так. Лям 200. Ну, плюс-минус так же.
Жалко, нельзя промотать вниз, ребят. Вы напишите в комментариях, что там собрало больше, говно или карасик. Не знаю даже. Так, Let's Play Payday закончился на 500 000 просмотров. И меня опять дизлайкнули. Видимо, они добавили, короче, новых чуваков. Я вот этих парней не помню, чтобы они были. Вот этот вот Блоу... Не, Блоу их вроде был, а вот этот Джаброускай... А, Джаброускай, слушайте, по-моему, был Джаброускай. Ну ладно. Что ж не добавили-то в этой игре? Что стало сложнее, ребятки? Я что-то не понимаю. Ладно. И давайте начнем с онлайновой игрушки. Онлайновые игры. КС Топ. Оу, е, КС Топ сейчас будет собирать у нас просто миллиарды просмотров. Вы же любите КС Го, ребят? Ставьте лайк, если любите КС Го. Просто для того, чтобы мы увидели, сколько людей любит КС Го. А если не любите КС Го, ставьте дизлайк. Прямо вот на мое видео, да. Да, да. Давайте. Текс. Ну, здесь людишки вроде любят CSGO, да? Лямчик? Нет, лямчик не соберем. Ну, 1600, наверное, так. Пойдет. Нормас, нормас. И, кстати, опубликовали-то мы быстро. Погодите, я же... А, нет, я не прикачал от новой карьеры. Окей. Я просто пока мультиплеерные игры, онлайновые игры запустил. Ладненько. Ну, давайте вот так вот. По идее, слушайте, если у нас CSGO, это считается мультиплеер онлайновая игра, то почему тогда Hearthstone, Hearthjam здесь, он считается просто кооп игрой, как бы это тоже онлайновая игра. Ты играешь не с своими друзьями, ты играешь с непонятными людьми там. Вот, возможно, тут зависит от того, сколько людей играет. То есть, допустим, тут 150 человек играет, и это у нас считается онлайновая игра. А тут играет 2 человека, это кооп игра. Ладно, давайте сейчас, короче, пропускаем 99-й день. И у нас 82 тысячи заработали долларов. Офигенно. Окей. Давайте посмотрим просто по логике. Нет, стоп. Мне нужно в игры. Тупсти. Просто вот интереса ради. Смотрите. У нас есть онлайновые... Онлайновые игры считаются игры... Так, DayZ онлайновая. Battlegrounds. Battlegrounds, это, короче, Battlefield, судя по всему. Team Fortress. Все вот это вот... Battlegrounds, Battleland. Да хер его знает. Ладно, короче, я понял. Вот эти игры, там больше двух человек, считаются онлайновые игры. Есть мультиплеерные игры, которые считаются... Это Hearthjam, Червячки, Warcraft. Нет, ну это странно. Я не понимаю. Герои третьи... Типа, те игры, в которые ты можешь играть без других людей, считаются просто мультиплеерными играми. Ладно, окей, бог с вами. Давайте пойдем бухнем лучше. Посмотрели на это все. Так, нам нужна эссенция славы или времени. Давайте, наверное, эссенцию удачи или количества. Так, а здесь у нас публикация интерес. Интерес публикации, энергия. Давайте слава, давайте удачу. Не, количество. Короче, взяли количество лайков, чтобы меня лайкали почаще. Ну и, по крайней мере, на меня чаще натыкались. А потом будем удачу. И нас будут лайкать, у нас будут подписчики расти, и все будет у нас четко и шикарно. Так, ладно, трудный день начинается. Записываем тег. Где начинается записи тег? Короче, знаете, проснулся, зуб почистил, пошел тег записать. Там, не знаю, как ты, блин, как ты зуб почистил, я не знаю. Но тут 7 вещей, которых я боюсь. Типа, во сне, не знаю, свою с кровати, а на тебя сверху упал слон, и ты такой: о боже мой, я боюсь этих вещей. Блин, 7 вещей, которые я боюсь. Мы боимся, лол. Окей. 2 миллиона. Окей, 2 миллиона. Так, ну давайте, тег про карасика был, тег про говно был. Про что тега не было? Давайте... PewDiePie. Просто давайте тег про PewDiePie запишем. И обычный влог. Не тег, в смысле, это ежедневный влог, а это просто влог. Все равно ежедневно выходит. Так, по-любому КС топчик нужен, чтобы лайки были, просмотры были, аудитория росла. Так, ну-ка, тег про PewDiePie соберет... О-о-о-о, ничего себе, ребят, 2 ляма сейчас соберет. Реально, смотри на просмотры. 2 ляма собрал просто влог про PewDiePie. Мне еще лайкнула кремовка. Че за херня? Ты не кремовка, ты благодинка, какого хера? Она изменила себе ник. Вот это, вот в этом заключалось нововведение этого обновления. Это теперь другой ник. Что за херня? Меня к этому не готовили. Ну ладно, окей. Кейс, стоп, ну 500, влог про векторное потейто. Ля, да хрен с ним, господи. Так, давайте. Hearthstone Jam и
Portals. Ну-ка, на-ка. Что за дичь? Игра просто взяла и крашнулась, ребят. Офигенно стабильное обновление. Оно крашит игры. Нормально, ребят. Суперски живем. Ладно, у нас зато полный день. Прошел 100-й день, то есть 101-й день у нас. Мы уже прямо, знаете, перевалили вот этот вот пороговый рубеж. Теперь мы такие прямо боги Ютуба. Занимаемся этим почти чуть больше 3 месяцев. Офигенно. 3 месяца. Дни сжимаются просто в секунду. А какого хера я закончил день? Что я за дурак? Ладно, плевать, я могу себе это позволить. Ничего не выкладывать. Пойду бухну. А, бухнуть не могу. Ну, ладно. Так, хорошо, давайте тегчик. Тег 20 экстра фактов обо мне. А вы знаете, ребят, 20 экстра фактов именно обо мне. Что-нибудь. Вот напишите факты, которые вы знаете обо мне. Что вы знаете обо мне? Напишите комментарии. Просто мне интересно, кто знает больше обо мне, чем, чем остальные. Вот реально прикольно будет посмотреть, почитать все. Так, 5 рандомных фактов обо мне. Вот, блин. Мне, кстати, я записываю новый тег, мне предлагают сразу, мне предлагают еще один сразу же записать. Нифига себе, прокачался. Так, ну, естественно, basic vlog и, естественно, просто daily vlog. Рубим баблинский, ребят. Нам нужно сейчас прокачать себе вот этот вот, блин, так слоупочно идет, но я не могу просто вот по мелепиздрюльке прокачивается. Ага. Аж трясет. Хочу, чтобы вот эта вот штука сразу, вот желтая полоска, пум-пум-пум-пум, отстреливалась просто как вот моментально. Ладно, так, пам-пам. И меня еще... О, меня лайкнули. Блин, прикольно, зелень-то работает, меня лайкают все больше и больше. Я сейчас лямчик подписчиков себе наберу. Лямчик подписчиков. Если это будет даже в этом видео, ребят, то просто это будет, блин, обязательно будет достойное упоминание. Так, давайте, добьем до лямчика, ребят, добьем до лямчика. Вот этот видос, сколько бы он ни шел, я добью до лямчика. Ну, для подписчиков на этом канале. Такс, просмотры нихера, что-то Portals и Hearts Jam никого не интересен. Лол, надо будет заканчивать их. Такс, мы заработали, ёшки-матрёшки, 90 тысяч, офигеть. Ладно, баблинский идет, прямо вот рекой течет. Даже, наверное, 10 миллионов я поставил себе планку, я ее достаточно быстро заработаю, лол. Я не ожидал, что так будет быстро. Смотрите, вот записываем тег, любой тег, не знаю, хейр, покраска волос опять. И мне, да, и мне сразу же прислали... приглашение в новый тег, то есть теги можно клепать вообще каждый день, меня будет приглашать все новые и новые теги. Так, ежедневный влог про... Блин, про что у нас не было ежедневного влога? Я не знаю, давайте швед, про шведа будет влог. Шведы. Шведы, пук. Это как Дуся Пух, только шведы Пук. Такс, окей. И обычный влог тоже. Влог про вкусные печеньки. Почему бы нет? Вкусные печеньки всегда интересно. Так. Что-то теги стали собирать меньше, смотрите. Всего лишь 2 лям, 2,5, всего лишь 2,5 миллиона просмотров на одном видео. Всего лишь 2,5 миллиона просмотров. Так, Шведи Пук, вон, да Шведи Пук почти столько же набрал. О, меня еще лайкнули, ништячок. Текс. Что у нас тут про печеньки собирает 1,5 миллиона? Ну, неплохо, живем. Так, КС-стоп. Давайте, ребят, мы должны выкладывать КС-стоп каждый день. Это залог счастливой жизни в будущем. Ну и давайте вот эти две еще. Так, Portals и Hearts Jam. Ну-ка. Давайте, КС-стоп. Она должна набирать очень большие просмотры, потому что это все-таки КС-стоп и, ну, CSGO. Сообщество CSGO у нас самое большое вообще в мире, мне кажется, в Рашке. В Рашке играют в CSGO, наверное, больше, чем в любых других странах. Хотя я не думаю, что вам там интересно, ну ладно. Такс, ну, Portals, да, Portals уже нужно заканчивать. Что-то он смешные просмотры собирает, а Hearts Jam, ну, Hearts Jam годненько. Окей, давайте поспим. 103 день закончился, мы заработали почти 90 тысяч, день прошел не зря. А теперь давайте бухнем чего-нибудь. Бухнем эссенцию времени. Время публикации, время интереса. Ну, публикацию бесполезно. Потому что это чисто для меня, на 2 секунды она срезает, не более того. Вот, а порошок, давайте опыт, нам нужно больше опыта. Просто, я не знаю, я уже всех задрал своим опытом, но хочется все-таки быстрее прокачаться. Так, начнем с тега, все по старинке, все по уже отработанной схеме. Обычный влог про салатик. Так, что еще там у нас было? А, ежедневный влог, конечно. Ежедневный влог о сосисках, давайте. Сосиска, сосиска, киска. Вот так. Ну и думайте, что хотите от такого... Соскиска, соскиска, киска, вот так вот даже, даже не сосиска. Спрашивайте, думайте, что хотите. Так, у нас тут 2,5 миллиончика, блин, что-то
Если я, наверное, день не буду выкладывать тег, ой, меня дизлайкнули, ах ты скотина, Джек, юзер Джек, вот это вот новый хер, я его не видел, и вот это, кстати, тоже, на русиак, я его тоже никогда не видел, странно, ладно, сосиска-киска собрала, ну, год-то годно собрала, тут у нас ничего нету, ладно, давайте, Portals, досвидос, да, последняя серия Portals, спасибо, давайте, кс, стоп, и, кстати, можно, наверное, добавить какую-нибудь еще онлайновую игрушку для того, чтобы все-таки зрители больше смотрели. Онлайновая игра World of Peacecraft, типа World, это Warcraftик, Вовка, короче. Давайте посмотрим, как люди будут смотреть Вовку. Текс. Ну, монтаж и публикация кс-топа. Счет как-то, ну, нормально, там 600 она примерно собирает, ладно, главное регулярно делать. Даже нет, смотрите, 700 собрала. Вовка соберет 800, нормально. И летсплей Портала последний собрал больше ляма. Да какого хера он забирал? По 200 тысяч, а сейчас он собрал больше ляма. Что не так с этим сраным миром? Я не понимаю. Ну, окей, ладно. Так, 23 уровень у нас. Максимальный энергии 12, окей. Текс. Ну, ладно, 90 лямов собрали. Ой, 90 тысяч. Так, раз, два, три тег. Чем бы это ни было, и давай, я люблю теги раз, два, три. Так, давай, раз, два, три тег, хотя мы сейчас запишем. Блин, он не исправил этот баг. Я выбираю, какой бы тег я ни выбрал, он в любом случае будет записывать тег, который находится вот тут сверху. Блин, ну это такая тупость, такой зашквар, ну. И самое забавное, что тег, вот этот one, раз, два, три тег, он исчез отсюда, блин. Ну чувак, ну ты мог это поправить, но зафига выпускать обновление, если ты не правишь. Ну ё-моё. Ладно, надеюсь, он прислушается к моему мнению в будущем. Так что, чувак, если ты меня смотришь, знай. Я русский, я не люблю, когда ты не исправляешь баги. Так, давайте, манга, танго, вот так. Тег будет про манго-танго, я не знаю, что там будет. Короче, манго танцует танго, или чувак съел манго, пошел танцевать танго, или дал себе в лицо манго и пошел танцевать танго, либо, не знаю, поскользнулся на танго. Что это? Ой, боже, наркоман какой-то. Ладно, так, влог, да, про апотропиоклит. Блин, я даже... Мне кажется, это просто ругательства какие-то. Я не могу это вслух произносить. Текс. Ну, в любом случае, Peacecraft. Давай... А, черт, не успел третью, ладно. Кстати, прикольно, смотрите, баг. Это видео не опубликовалось, а я уже еще три видео закинул. Опаньки. Забавно. Так, что у нас там манго-танго? Больше видео. Мне нравится качество, лучшее видео. Твой голос... Обезомительно клевый. Ай, пофиг, ладно. Так, ну давайте еще кс-стоп. Забавно, короче, вот он баг еще один. Вы можете, короче, кликать, ну если быстро кликать, то вы можете больше видосов запускать, чем он может, ну, в данный момент обрабатывать. Давайте проверим, короче, вот в следующий день. Сейчас он начнется. И проверим это все дело. А, у нас сейчас будет новый новая штучка, блин. Меня дизлайкнули, скотина конская. Ладно, сейчас у меня будет новый день, и мы апнули уровень. Уровень апнули, и сейчас мы можем делать вот это. О, да, рефералочки. О, да. Знаете, на чем на самом деле зарабатывают все летсплееры? На рефералочках. Да, ребят, реально, все зарабатывают на рефералочках. Или нет? Или да? Слушайте, не знаю. Ладно. Как кому какое дело. Окей, смотрите. Сейчас, короче, запишем daily vlog. Давайте bugs. Так, мне нужно, чтобы не успел еще отрендериться. Так, вот этот кролика. И смотрите, два ролика рендерится, и сейчас я запущу еще три. Еще три. Видали? У нас 5 видео одновременно обрабатывается. Опа, какой баг. Опаньки. А, чувак. Забавно. И забавно, они все обрабатываются, и все в одно время. Хо-хоу, прикольно. Экономия, мать ее за ногу. Экономия времени. Так, ну что у нас там? 1,5 миллиона Hearth Gem собрал. Нормально, меня даже лайкнул кто-то. И в Warcraftик собрал 1,5 миллиона. Ну-ка, надо, кстати, посмотреть, что там по деньгам. Я что-то не заметил. Давайте игрульку, давайте кс-стоп. У меня нет энергии? Какого хера у меня нет энергии? Вот энергия есть, ты что, алло? Алло, гараж, да ты совсем офигел? Блин, ну опять баг, да что такое? Что за обновление? Баг на баге и багом погоняет. Так, что у нас там про рефералочки? Мне нужно какие-то другие видео записывать, чтобы бабло приходило, я не понимаю. Давайте посмотрим. Так, топ-стим, кооп-игры, игры от фанатов, эксклюзивные игры.
Да нет, вроде бы нужно просто онлайново, наверное, записывать. Давайте посмотрим еще по деньгам, короче. Так, тег записываем. Да, мое лучшее впечатление, окей. Daily влог запилим. Запилим обычный влог. И дальше... Эй! А вот сейчас не сработало. Странно. А, ну, наверное, потому что у меня уже 3 видео было. То есть максимум я могу 5 запустить. То есть у меня 2 будет, ну, 2 слота будет уже обрабатываться. Еще 3 я могу вот так вот багом вкинуть. Вот, а если у меня будет 3 уже монтироваться, тогда я еще 3 не смогу. То есть я вообще ни одного не смогу. Так, давайте посмотрим. Так, мое впечатление. Так, ну, как-то слушайте. Daily Vlog 28... Так, это пока не игры. Так, мне нужен, короче, World of Peacecraft. Давайте посмотрим, сколько он соберет. И в догонок, ну, вот эти две, ладно, закинем. Вот, сейчас посмотрим, короче, по просмотрам, какой больше соберет. Тут, у кого будет у меня одинаковые просмотры и какой соберет больше денег за это. Смотрим. Что вообще разница какая-то есть, я не понимаю. Вроде я там поставил себе, типа, миллион зарабатывать. Где мои миллионы? Тут, ну, чуть больше заработал, чем просмотров. Ладно. Вот тут тоже чуть больше, чем просмотров. И тут. Тут тоже. Что изменилось-то? Что произошло? Зато мы миллион собрали, ребят. Миллион подписчиков. Офигенно. Ну, как я обещал, миллион подписчиков в этом видосе мы сделали. И это обязательно должно быть заслуживать лайка. Вот. А денег мы заработали, да, примерно столько же. Примерно 90 тысяч долларов. И что изменилось? Ну, окей. Что-то, допустим, изменилось. Вот такое вот обновление. Ладно, ребятки. Будем продолжать играть. Будем продолжать прокачиваться. А моя цель 10 миллионов долларов в этой игре. Вот. Миллион подписчиков мы уже сделали. Это прямо... Лимончик. Вот. Если вам понравилось мое видео, ребят, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, ставьте в ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм. Ребятки, там куча всего интересного. Кстати, у меня есть второй канал, на котором я буду всякие влоги выкладывать. Там, опять же, он есть где-то в описании. Вот. Заходите, смотрите. Ну, на этом все. С вами был Шит, друзья. Увидимся в следующих видео. И всем удачи. Редактор